Привет, друзья! Рад видеть вас на канале Geshu Gaming. Мы неумолимо движемся к финалу. Насколько я знаю, тут всего... Во-первых, мы продолжаем играть в Transformers Devastation, да. Насколько я знаю, тут всего 7 глав, и мы начинаем играть в шестую, поэтому я не знаю, этот эпизод может оказаться, честно говоря, последним, поэтому посмотрим, как пойдет, в общем. Fetched, давай выдвигаться. Опять, иногда субтитры куда-то пропадают, но я с этим поделать ничего не могу. Я буду плюс-минус вам переводить. Инсектиконов становится все больше. И они ставят все больше этих турбин. Ага, нет, мы все-таки вернулись к автоботам. Окей, окей. А то я думал, сейчас последние две главы мы будем играть за десептиконов. Да, да, плазменная энергия, короче, увеличивается и усиливает инсептиконов. Нам надо найти способ ее отключить. Она не подпускает. Ага, гравитационная аномалия какая-то, которая не пускает нас внутрь или наоборот наружу. Надо ехать. Надо валить. Вау, ладно, такого я не ожидал. Поехали, поехали, поехали! Ну что происходит? Я могу ехать, пожалуйста, не? Ебать, как это сложно. Тихо, 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 тихо. Охренеть, не-не-не-не-не, не падай, главное. Главное, не падай. Всего секунда, минута! Нет-нет-нет-нет, ну тут что? Сначала? Ты прикалываешься? Нет-нет-нет-нет, ладно, я больше не упаду, я больше не упаду. Я больше не упаду. Главное, чтобы какая-то херня вот такая меня не сбила, и тогда все будет окей. Все будет окей. Давай, 40 секунд. 40 секунд. 40 секунд. Мазафака. Так, бля, главное, чтобы меня не попало. Давай, 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 давай. Всего, да, то, всего лишь надо сюда выехать. Всего лишь надо сюда выехать. Давай, я выехал. Фу, ебо. Охренеть можно. Оптимус, ядро в критическом состоянии. Оно продолжает выкачивать больше и больше силы, пока не лопнет. Насколько все плохо? Планетарное истребление. Никто не спасется. Инсектиконы и плазменное ядро — это всего лишь два составляющих из трех. Ферротаксис. Хотя он содержит большую часть нашей потерянной культуры, его уничтожение поможет спасти Землю. Мегатрон держит ферротаксис. Окей. Обнаружен нарушитель. Активация системы безопасности. Ладно. Саундвейв контролирует безопасность. Это нехорошо. Да ладно, чё ты? Могло бы быть и хуже. А почему у меня хпшки не восстановились полностью? А, потому что я падал. Точняк. Да, да, это же не начало. Окей. Да, да, тут с кастетами даже лучше. Хорошо, что именно они и выбрались с самого начала. Блин, что стало с уровнями, конечно, это прикольно. Нам надо отсюда выбираться, насколько я понимаю, да? Двойной прыжок, супер полезная херня, конечно. Так, стойте, ну-ка, сейчас я пройду, потом будете делать, что хотите. Йоу! Ладно, я, благо, не упал хотя бы. Вот маленькие инсектиконы, вообще прикольненькие. Хорошо, с ними драться не надо, я вообще не против оставить их в живых. А с кем мы тут будем драться? А, точняк, я же суперски прокачал себе... Здорово, ребят. Опа! А ты думал, что, заденешь меня или как? И ты тоже меня не заденешь, ты чё? Предупреждение? Чё за предупреждение? А, подмога? А еще я понял, что делать второй удар, вот который... Второе блестит. 2С! СС? Так, С... Да, 2С. Так, так звучит получше. 2С я не получал еще ни разу за всю игру. Ладно. Хилься, хилься, хилься. Денежек у меня мало, но, по правде говоря, они мне не нужны ни для чего. Так что, в принципе, все нормально. Так, поехали, поехали, поехали. Надо выбираться отсюда. Надо выбираться отсюда. Там я вижу... А! Ты че, гнида, что ли, или как? Давай попробуем новое оружие. Ну-ка. Какую же херню я использовал? Какую же я взял херню, господи. Это очень печально. Я, честно говоря, если бы знал, что это настолько говнище, я бы и не подумал брать его. Так, тогда надо искать на карте значок щита, тогда будет все хорошо. А! Ты че, ты гнида?
Я не хочу падать. Ладно. А, еще и сначала. Он всегда перекидывает меня в начало сегмента, если я падаю. Так, где вы? Гниды. Да заебешь, Вася. Блять, нужно целых 4 выстрела, чтобы их загасить, серьезно? Ремонтный комплект L. Но, блин, этот ремонтный комплект L может быть только один. Какого хрена? Блин, ладно. Ладно, ладно, нормально. Так, как будто бы тут был еще один бомбшелл, нет? Но, видимо, он умер от инфаркта, я не знаю. Отключился сам по себе. Давай попробуем, что это такое? Давай. Ебать, вы прикалываетесь? 40 секунд? В смысле, а как мне это собрать все за 40 секунд-то? А, нет, я, наверное, не хочу этого делать. Это практически нереально. Не, нахрен надо, нахрен надо. У меня супер крутое оружие. Мне, в принципе, наверное, до конца игры даже ничего сильнее не нужно. Потому что будет, ну, слишком легко. Потому что финальный босс должен быть, ну, хоть чуть-чуть сложным, правильно? А то как-то совсем неинтересно. Так что это мы скипаем. Ну, поехали. Так, молот. Молот взят, отлично. Так, ломаные двери. Опа! Хорошо. Я не позволю вам прерывать лорда Мегатрона. Ну ты пиздишь. Что это было? Это был Soundwave. Как ты не узнал его... этот... автотюновый голос? Берем, берем, берем. Великолепно. Что здесь? Soundwave сломал лифт. Вот гнида. А летать-то мы не умеем, и что теперь? Это наш единственный путь к Ферротаксису. Кто-то проверьте панель управления. Это буду я. Я проверю. Так. Блять, а я продал все дальнобойное оружие, да? Бляха. Ну надо взять хоть что-нибудь. Защитите Вилджека. Окей. Начало атаки. Фаза 1. Ебать, и сразу танки? А, нет. Так, надо убить большого мужика, иначе будет плохо. Сказал я и полетел на маленького. Так, не-не-не-не-не. Так, ты! Огромная хренобора. Я увернулся? Я увернулся. Ну-ка пошел нахрен от Вилджека, ты чё? Вот у него удары немножко замедленные, блин, это нечестно. Опа! Ну ладно, можно, если что, привыкнуть. О, Вилджек похилился. Каким образом, я не знаю, но ладно. Да, маленькие чуваки, которых я на обучение гасил полгода. Так, погоди, ремонтные комплекты мне очень много дают. Наверное, я все-таки один сьюзаю. И все будет нормально. Я получу еще один, скорее всего. Да кто стреляет-то? Какая ты гнида, а? О, он вообще ваншотится, серьезно? Так, бери, бери это, бери это. Так, ладно, эти не опасны. Так, вот эту бесячую хуйню надо сначала убить. Блять, как ты заебал. На, сука. Пиздец. Не трогай его. Машет он тут. Так, и последнего. Но он с щитом. На, блядь. Бля-бля. На щите ты улетишь. Так, это все? Начало второй фазы. Ой, это, ну, что? Оу. И клешня тоже? Блять, ну это было всего 10%, серьезно? Кто его бьет? Так, не того попал, ну ладно. Отлично, обоих спустил разом. Великолепно. Бам, бам. Да, мои обычные удары стали, конечно, гораздо сильнее, чем... ты враг? Ты враг! А, 20% стало, слушай. Так, кого мы еще имеем? Кузнецы, кузнецов, похуй вообще. Бэм, на, мразь. Кто теперь? Оба. Так, отлично, Вилджик каким-то чудом все-таки похилился. И на том спасибо. Может, он может брать хпшки, которые мы выбиваем у врагов? Это было бы хорошо.
Да харе, отовсюду, сука, бьют. Пиздец. Да харе. Хорошо, хоть хпшку набрал. Хорошо, минус 2. Блять, он... Да я, серьезно. А что если я вот так вот сделаю? Нет, это не сработало. Пиздец, серьезно? Ладно. Давай добьем большого. Окей. Теперь ты, сука. Тихо, тихо, тихо. Только не дайте ему щит вернуть. А, ну ладно, на земле он, в принципе, уже не опасный. Хорошо. Я до сих пор не использовал ни одного усиления атаки или защиты. Так что это все шикарно. Ты чё, ты нормальный? Перестань так делать. Он перевернет нас нахрен. Или нет? Окей. Это была целая фаза, нет? Предупреждение. Окей, еще кто-то что-то достает. На, сука. А, это сикер уже. Это не просто стреляльщик самый слабый. На, нахер. В смысле, кто его так хреначит-то сильно? Да пиздец! Харе! Пиздец ты, мразь, нахуй. Говнище просто. Ну а... На 70% умер. Бля, вот эти вот те, кто дальним боем стреляют. А что, все зависло, нет? Не надо, пожалуйста, ну. Ох, ебать, походу все зависло. Ебать. Что? Еще коготь? Пиздец, пацаны, охраняйте, нахуй. Я не могу сам все делать. Когтем-то я займусь, окей. Так, два больших мужичка. На, сука, не на тех напал. И вообще, на тебе. Бам. Все, нет? Конечно, нет, они же мощные. Но не настолько мощные, чтобы выстоять. Фух, все? О, еще один коготь, да ладно. Нет. Охренеть, это слишком заебистая миссия. Прям жесть. Все? Все нормально? Охренеть. Отремонтировано. Ура. Ты где? Ты откуда стреляешь? Ты охренел? Прикинь, в текстурах стоял мужик. Вообще нормальный. Так. Фу, ну, не скажу, конечно, что я со второй попытки это все сделал, но попытка с четвертой смог. Это еще не конец. Оставляю силы перехвата. Кто бы сомневался? Кто бы сомневался? Почему эти автоботы не научатся сдаваться? Ну, вот такие вот мы. Герои, блядь. Так, ну харе. Что происходит? Оружие продолжает поступать. Так, хорошо. Где еще враги? У меня даже карта пропала. Честно говоря, я даже не вижу, где враги. Карты нет. Ну, понятное дело, что она тут и не нужна, по большому счету, да? Мы двигаемся по прямой, и все. Харе! Блять, кто стреляет? Кто-то ж стреляет. Куб возьми! Ебанись! Окей. Опа! Увернулся, мать твою! А где все мои ребята? Мы все отделились или что случилось? Почему я один как будто бы дерусь? Ебать! Ебать! Я упал. А, нет, не упал. Так, ну-ка нахер. Давай, супер удар. На, блядь. Сбей лифт, не позволяем пройти. Ну-ка, пусти. Ты чё, бля? Робок лишня. Успокойся. На, мразь. На, сука. Да бей. Окей. У меня есть несколько ударов свободных, пока эта херня не начнет вот эту вот херню делать. Ладно, есть чем да... Хорошо. Пока у клешни меньше хп, чем у лифта, все нормально.
Все нормально. Все потихоньку. Идем, 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 идем. Нормально. Не, ну начался какой-то эпик вообще лютый. Опа! На, сука! Точнее. Ебать, ебать, лифт. Я всех пацанов киданул, да? Я сделал это, но больше никто. Ладно, и так сойдет. Так, миссия. Что за миссия? Ничего особенного. Так, а миссия что? Давай посмотрим хотя бы. О, отстреливаться. Отстреливаться я люблю. Ой-ой-ой-ой-ой. А как стрелять-то? Как стрелять? Я забыл, как стрелять. Ой, да то, вы чё? На, сука, мне не нужна эта херня. Мне нужен ремонтный комплект, вот что мне нужно. Даже два, потому что я их купить без проблем смогу, а вот авторемонтников вряд ли. Я надеюсь, оно того стоит. Ебать, ну чё, ты чё, перестань. Ебать, а можно я? Можно я? А как стрелять-то? Я не понимаю. Да тихо. Хорошо. Я вас только что таких перебил, блин, целую сотню. Окей. Все, это последнее. Так, давай верхнего. Отлично! Просто великолепно! Добил! Но это не все! Ёб твою налево! Ух! Да тихо, ну пацаны! Ух! На волоске! На волоске живем! Еще один! На, сука! Надо бы взять еще один ремонтный комплект. Ну нахер, я не хочу этим риска. У меня целых три воскрешающих этих ремонтных дрона. А как стрелять? Вот как стрелять, бля. О, этого убил. Да ты гонишь, ты чё? Нормальный, нет? Пиздец, он меня снял почти пол хп. Все, нет, победа. Да ну нахрен! Все, нет? Да нет, ну ты чё? Нет, сука, а такая. Прикинь, это последний. Я на него потратил ремонтного дрона. Пиздец, это обидно будет. Слышь, хуило. Это в натуре оказался последний, прикинь. Это в натуре оказался последний, и я потратил на него ремонтного дрона. Пиздец. Ой. Необычное. Саундвейв, отправь бота-охранника, чтобы остановить их. Так, а чё? Чё, опять файтиться будем, что ли? Ну, ёб твою, ну хватит. Так, тут вряд ли что-то появилось, да, новое интересное. Хотя не, смотри-ка. Блять, мало энергии, прикинь. Все, отлично. Блин, мало энергии, это очень нехорошо. Мне бы найти энергию. Давай на другую сторону тоже сбегаем. Наверняка там что-то да будет. Что-то да будет. Закрыто, блять. Вот что будет. Ладно. У меня молот ломается, блин. Так, давай одну хотя бы сьюзаю. Не-не-не-не, стой, не то нажимаю, вот в чем херня. Так, энергетический пакет. Вот сюда. Да, ну хотя бы так. Просто меня молот больше радует. Ага. И чё? Говнище. Охранный бот, окей. Так, а может я могу его вблизи просто похреначить, не?
Ну-ка, иди сюда. Слышь? Блять, просто... Отлично, спасибо, что ты спустился, брат. Где он? Да у меня столько огнестрела нет, чтоб тебя гасить. А может есть? Да пиздец. Нет, бля. Ты нахуя ломаешь-то? О! Ну все, тебе хана. Еле-еле, на самом деле. Еле-еле. Хотя потратил всего 50 секунд. Саундвейв, ты даже не попытался остановить их. Это еще одна миссия. Ну давай. Я займусь этим лично. Так, и что? Победи всех врагов без падения. Я понял. Похилился. Хотя бы. Да ты заебешь. Окей. У меня не так много выстрелов осталось. Нет. А как? У меня больше нету оружия. Все, нет. Я проиграл. Да ну ебать. Просто ну ебать, бля. А, давай сюда. Да. И сюда давай тоже. Пиздец, я потратил все, что было. Еще одного ремонтного, давай, да, конечно, почему бы и нет. Поехали. Не, ну это реально, это реально, это вполне реально. О-о-о-о-о-о, тихо-тихо, по-моему последний, по-моему последний. Нахрен иди. Все? Ух! Это было хорошо. Это вполне реально. Зачем только я это делаю, я не понимаю, у меня оружие одно из самых топовых, типа... Зачем? Ну вот ради редких ближних пушек я, наверное, это делаю. На, сука. Ну давай. Давай мы с тобой пообщаемся вблизи, а? Если я в тебя попаду. Ну вот так вот попаду, стоп, 100%. Так, великолепно. Выбираемся отсюда. Да ебать, кузнец, блядь. Кузнец своего счастья, ты чё? Да что происходит? Не-не-не, я только получил ремонтного автоматического еще одного. Я не хочу его тратить. Я лучше потрачу все маленькие, чем потрачу хоть одного ремонтного. Потому что один ремонтный это full HP. Это как элька. Эль-лечение. Типа так нельзя. Это что такое? Отрубленная труба просто? А за ней ничего не прячется? Ничего, блядь. А хоть одна кастомизация еще появится, нет? Мне бы, пожалуйста, бы да. Я был бы очень благодарен, честно говоря. Ладно, побьем чуть-чуть этим оружием. Хорошо. Окей. Воу! Я не вижу ничего! Можно еще, блядь, уебищнее арену сделать? Это ты, гнида? Нихуя ты, тварь! Просто мразь! Просто конченый! Я вижу там кастомизацию! Что сделать-то надо? Не понял. Не понял. А иди нахуй, короче, ладно. Так, кастомизация. У меня вроде дохренища денег, поэтому сейчас я все это сделаю быстренько и, собственно, продолжу. Что ж, отлично. Нет, я хотел сказать, что это, возможно, моя последняя кастомизация, но, наверное, вряд ли. Наверное, еще будет. Ну, как куда мы добрались? Мне не нравится это место, как-то странно пахнет. Я согласен, старина. Я чувствую это. Тьма.
Я чувствую нову Прайма, доброта внутри него, благородство его миссии. Кибернизировать незаселенные миры, принести жизнь в галактику. А, это он? Но что-то пошло не так. Тьма нависла над ним. Она внутри него. Фига, он крылатый. Что-то развратило его, свело его с ума. Он пришел сюда уничтожить Землю, но только после столкновения с какой-то особой сущностью. Помешанной не просто на уничтожении, а на уничтожении нас. Инова Прайм послал это в нашем направлении. Оно где-то там, ищет и разрушает все на своем пути к Кибертрону. Нова Прайм, такой же, как и мы, пошел против нас? Похоже, что так. Телетран-1, найди нам путь в комнату управления. Этот грузовой лифт ведет прямо к комнате управления. Однако у меня нет нужного уровня доступа, чтобы сказать вам, как управлять этой платформой. Ну, естественно. Это должно помочь. Операция облитерация. Облитерация, типа, вообще-то уничтожение, да? Опять Soundwave? Давай, Soundwave. Дубль 2. А чё, я могу тебя пиздить даже, несмотря на то, что твои... О, у него новые игрушки. Бля, ну они дохнут, конечно, очень быстро, но ладно. Еба, ты чё? Да харе. Да ебать ты быстро стреляешь, сука. На тебе, Soundwave. О. Чё-то мне кажется, он взбесился чутка. О, еще новые, блядь. Ага, вот теперь он меня отталкивает, да? Да, в смысле? А как это в хуйню увернуться-то, алё? Ебать, пацаны, вы чё? Окей, а хпшку не дадите, да? Пиздец. Я не попадаю в него, к сожалению. Да куда ты целишься-то? Ладно, нахуярим самому Soundwave'у. Все, хпшка. Ебой. Не придется хавать хп. А ты что думал, Soundwave, блядь? Ну все, тебе хана, брат. Ты мелковат слишком для битвы со мной. Воу-воу-воу-воу-воу, ну куда? Опа! Опа! Бам! Все, харе! Ух! Нормально, нормально. Вполне нормально. Мы будем в любой момент. Мегатрон уже ждет нас. Будьте готовы ко всему. Это, наверное, конец шестой главы, да? Да. Ух, осталась последняя громкоговоритель. Осталась последняя миссия. Я, честно говоря, не уверен, насколько она будет длинная. Поэтому... На всякий случай я с вами попрощаюсь, но если она будет достаточно коротенькая, то я просто сделаю склеечку и ничего не произойдет. Энергетические давай купим, мне все равно, наверное, деньги уже не пригодятся, поэтому поехали, финальная миссия. Итак, Soundwave пал. Теперь это не имеет особого значения. Десептиконы, задержите их, мы почти победили. Мы почти на месте. Время разгромить эту вечеринку. Поехали. Я готов. Поехали? Поехали. Так, пацаны, ну вы пока тут постойте. Я сейчас поездию немножко. А, нихуя себе. Ща, пацаны, я все заберу и потом пойдем.
Ебать, это уже полномасштабная битва какая-то. Окей. Так, ну не, это хорошо против босса, но против обычных чувачков все-таки молот поприятнее. Так, кто с кем дерется? Куда, с кем мне драться? Бэм! Бэм! Ой, капсулы, точняк. Вот я капсулы не использую, а их надо бы использовать, потому что, блин, они у меня копятся, и толку с этого нет. Отлично. Пошли, друзья. Вперед! Так, я, честно говоря, вообще думал, что тут, возможно, будет только последний бой. Так, скорость и сила. Отлично. Но, видимо, нет. Видимо, немножечко мы еще походим. Не хочу уже это ломать. Бля, погоди, но это-то надо взять. А, простите, пацаны. Убежище. Вперед, пацаны, вперед. Поворачивайтесь как можете. Я верю в вас. Верю в нас. Опа. Так, новая битва. Сейчас опять все соберем. Секеры, делайте свою работу. Не хотят они делать свою работу, если что. Я специально делаю добивание, добивающие четвертые удары, потому что так я лучше всего смогу их догонять. Просто в воздухе. Опа! С помощью этого удара очень легко добираться до летающих мразей, поэтому именно так я и хочу делать. Окей, окей. А, тут можно очень классно прыгнуть. Сейчас я это сделаю. Ни один десептикон не встанет у нас на пути. Так, пацаны, тут надо ехать. Поехали! Идеально. Просто идеально. Я расчистил для своих братков путь. Так. Мотормастер, вперед! Что за мотормастер? Мы же его уже хреначили, разве нет? Так, погнали. Хорошо, четвертый. О, я пролетел мимо случайно. Это мотормастер. Не трогай братков моих. Почему он не обращает на меня внимания? Ну, мотормастера. Тут много боссов повторяются, честно говоря, поэтому... Да, ребятушки мои не сносят урона от слова совсем. Давай, мотормастер. Вау, это не мотормастер. А, это еще один обычный чувачелло, серьезно? Добейте его уже. Воу-воу-воу, я не увидел. Из-за этих взрывов вонючих я не увидел, что он меня атакует. Ну все, тебе конец. Оу-оу-оу. Неплохо, мотормастер, блядь. О! Он убил меня? Откуда? Между прочим, вот я, честно говоря, вообще не понял. У меня... А, так это мой, блядь, чувак. Ну, они похожи. Я не могу ничего с этим поделать. Они просто похожи друг на друга. Какого хрена? Это все, что у тебя есть, Мегатрон? Гнида ты такая. Эдакая. Бам, бам, бам. Вау, ты откуда прилетел-то? Ебанись. А давай я ёбну разочек их, и все. Бам. Как вам такое, а? Как вам такое, суки? Ой, я случайно выскользнул, брат, если чё. Окей. Набирай всю хурму. Не знаю зачем, но набирай. Блин, как хорошо, что мне хотя бы пацанов своих защищать не надо. Они бессмертные. Но бесполезные. Бэм! Великолепно, великолепно. Идем, идем дальше. Фу, осталось совсем чуть-чуть, ребята. Я уверен, я почти уверен, что тут нету раздельных миссий. Я иду за тобой, Мегатрон. Я почти уверен, что тут нету...
Мегатрон находится впереди, найди его. Я иду, иду, ищу. Блять, летающие, серьезно. А, нет, они ушли. Спасибо, что ли? А. Пиздануться можно. Это не то, что мне надо, мне нужны хпшки. Keep the pressure! Keep the pressure! Хорошо. Хорошее я второе оружие взял. Оно тоже снайперское, только у него зарядов чуть побольше. Маленький ремонтный комплект. Отлично. Бэшечка, неплохо, ладно. Капсула, 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 капсулу, капсулу возьми. Возьми капсулу, капсулу возьми. Ура! Взял капсулу. Какой-то меч вонючий. Еще капсулы, еще хпшки, еще, 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 еще. Хорошо. Ладно, там совсем чуть-чуть осталось, это можно и оставить. Так, была капсула, я увидел. Выносливость. Пэу. Великолепно. Так, пацаны, тут нам надо как-нибудь пройти аккуратненько. А, погоди, можно стать машинкой и идти неаккуратненько. А, нет, ладно, наебалово. Окей, вот теперь можно стать машинкой и идти неаккуратно. Бэм-бэм! Бэм! Фу! Я не совсем видел, куда я, конечно, летел, но... Может, мне не стоит брать до того, как я победю? Ой-ой-ой, ты чё? Перемолот! Молотом гораздо легче убивать массовые цели. Оба! Не, ну это, конечно, супер-молот я нашел какой-то. Это просто мана небесная. Чё, сука? Щит, бля! Оба! Не попал! Не улетишь, сука! Так, кто остался? Бэм! Великолепно. Фу, там дверь. Там дверь. А дверь может означать только одно. Земля не умрет от твоей руки, Мегатрон. Ща, пацаны, ща. Буквально парочку еще этих. Фу, поехали. Мне кажется, осталось совсем чуть-чуть. Совсем немножечко, блядь. Да харе. Кто стреляет-то? А, вот вы, суки, мурази, а. Блин, не, я их не достану, пизду. Это неинтересно, нечестно. Так, последний махач. Старскрим пал. Полагаю, нужно назначить меня новым лидером. Тандеркрекер, ты предал нас? Тандеркрекер нас предал, вот ты крыса. Блин, ну двоих сразу... Бля, вообще по жести. Ну-ка, бля, успокойтесь. Сам surrender. Гнида такая. Так, займите их, пацаны. А, слушайте, они неплохо так сносят, в принципе. Давайте, давайте, пацаны. Я сейчас, я ща, я ща. Я ща, ща, ща. В кого-нибудь надо врезаться. Где они? На, сука, на, сука. Не улетишь, мразь. Улетел. Так, где вы? Хорошо. Не улетишь. Скар свайп, блядь. Кай, скай свайп. Прости, пожалуйста. Ты свой комфу, бля, в другом месте показывай, сука. Да харе. Да пиздец. Минус один. Дай хпшек. Ну ты сука такая. Харе. Ладно. Ну все, ну теперь-то дверь. ХП. Все дал. Спасибо большое, поехали.
Вот это последняя кастомизация. Ладно, ладно, я все-таки в нее залезу, потому что мне кажется, что я мог бы что-то посмотреть. Что-то посмотреть я мог бы. Но я, естественно, не буду это тянуть. Сейчас как можно быстрее все это сделаю и вернемся уже заканчивать. Уф, бля, все, я готов. Я готов. Я купил все, что мог, потратил все свои деньги, синтезировал все, что можно, максимально усилил все, что у меня есть. Ну, насколько мне хватило денег. Потратил, ну, я... Все, все, у меня ни одного лишнего оружия не осталось, поэтому... Вот и все. Кто задержало тебя? Ох, ты сейчас смеяться не будешь, сука, мразь. Давай. Давай, раз на раз. Финальная битва. Давай. Добро пожаловать, автоботы. Я рад, что вы узрите мою... супер победу. Отдай мне вот эту вот херню. Я отдам тебе ее, как только закончу переделывать землю. Я бы хотел остаться и посмотреть. Но Кибертрон что-то зовет меня. Констрактиконы. Уничтожьте их. Серьезно, ты такая вот гнида вонючая, что... Ебать, серьезно? Серьезно, все сразу? Пиздец. Они еще и сильные. Ебанись. О, смотри, вот тут один есть. Пока отвлекаются все на остальных, я буду гасить этого. О, этот еще и не самый сильный. Я запомнил, что у них есть некоторые посильнее, некоторые послабее. Это да. Но надо выводить их по одному, 100%. Хорошо. Минус второй. Отлично. Так, дальше. Здорово, бетономешалка, блядь. Тихо, ну куда ты? Побег, бля. На, сука. Музяка охуенная опять началась. Вау, я не знаю, как я вот это вот скипнул, но ладно. Тихо! Ты чё? Бетономешалыч, ну перестань. Сука. Так, минус три. Сколько их осталось? Так, трое осталось. ХП! Великолепно! Овердрайв! У меня заканчивается мощность оружия уже наполовине, к сожалению. Но ничего не поделаешь. Против них оно хорошо работает. Давай, 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 суперудар! Бам, суки! Чё, раз на раз, сука. На, мразь. Бам. Готов. Не готов? Готов. Констрактикорны, сформируйте разрушителя. Да, блять, кто бы сомневался. Ну ладно, мы все деремся против него. Давай, сука. Кто бы сомневался на самом деле, что он соберется в большую хуету? Тихо! Ой-ой-ой, вот этот удар я не заметил почему-то. Ебать, чё? Нет! На, братан. Всё, половину снесли. Фух! Так, ты достанешь меч? Ты достанешь меч. По-любому ты достанешь меч. А, сверло.
Чего, блядь? Какая-то музыка стала супер зловещая, блядь. Пиздец, нет, вы прикалываетесь нахрен. Как такое вообще возможно? Не, я это не пройду нахуй. Как я от этого овердолся, я это даже не видел. Супер удар. Блядь, в одного попаду? Нет, в двоих, отлично. Хорошо, мы их разделили. Давай, давай, молотом. Ох, блядь. Я не знаю, кого из них первым гасить. Как будто мегазавр чуть слабее. Ебать! Так, еще разочек. Какой жестяк, пиздец. Так. Минус. Минус. Остался один. Сука, ты откуда упал-то? Не-не-не-не-не, вот это не должно было в меня попасть, честно говоря. Давай еще одну хпшку. Блять, я очень боюсь, что у меня хпшек не хватит. Ну ладно, у меня целых три ремонтных дрона, если что, есть. Ебать! Ладно, одного ремонтного дрона я, наверное, могу сюда потратить. Опа! Тихо, тихо, тихо! Не, ну пиздец, конечно. Добил! Охуеть, ни одного ремонтного дрона не потратил. Еще и на Ашечку. Бау, нахуй. Мегатрон направился к поверхности и взял с собой Ферротаксис. Значит, туда мы и направимся. Автоботы, вперед! Переходы, бля, конечно, жесть. Ну чё, заканчивать-то будем, нет? В принципе, как всегда, последние эпизоды всегда самые долгие. Что? Что-то будет жить... Ага, мы найдем способ сохранить землю и не дадим тебе разрушить ее. Ты знаешь, мы должны были быть союзниками. Только представь, если бы мы работали вместе. Да, у меня типа, ну, цель защищать тех, кто не может сам себя защитить. Отдай мне Ферротаксис. Мы используем его, чтобы вернуть нашу культуру и историю обратно на Кибертрон. Дай нам использовать ее с умом. Не понял. О! Он же не сломает ее? Все? Я не против тебя вывести из строя, чтобы ее... Вау! Вау, погоди, брат! Я, может, и сказал, что я не против, но... Пиздец! У него опять на арене такое говно, которое, блядь, мешает, да? Так, давай похилимся. О, там еще хилка лежит. Давай одну такую. И пойдем вот сюда. А, нет, больше хилки. Вау. Давай, давай, ты чё? Ты типа мощный, да? Типа ты мощный. Но я так не думаю. Ора-ора тебя, блядь, выебет. Surrender. Оба. Это не наша первая битва. У тебя уже нет такого преимущества. Хотя... Ладно, ладно, беру свои слова обратно. Ты все-таки Мегатрон. Я, конечно, погорячился чутка, но ничего страшного. Ой-ой-ой. Ой, ебать. О! Он убьет меня сейчас. Так, ладно, у меня еще есть ремонтные дроны. Ничего страшного.
Вот так вот. И еще давай супер удар. В этот раз я не буду держать его до конца. Не хочу. О! Ладно, это всего лишь один из трех ремонтных дронов. Или у меня их два. О! Б! 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 Ура, 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 ура! Нихуя себе! Все кончено, Мегатрон. Если я не получу Ферротаксис, то никто его не получит. Нет! Оптимус! Ебать, мы вылетели в космос. Нет. Я не позволю тебе забрать у меня победу. Еще драться будем? Кися, 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 стой! Ой, Кися, как ты любишь не вовремя приходить, господи, хорошенькая ты такая, но блин. Давай я тебя хотя бы в камеру покажу, что ли. Вот она, вот он, разбойник. Кися, Кися, я почти прошел. Это финальный бой, Кися. Я не знаю, вам видно ее или нет. Вот она. Это, вот она. Вот она, вот она, вот она, вот она. Ты пришла? Ладно, приляживайся. Приляживайся, только не мешай мне. Финальный бой. Победи Мегатрона. Финальный бой, Кися, ты понимаешь? Финальный бой. Держи за меня лапочки свои. Поехали. Блять, не люблю, когда под ногами нет земли. Вау! Давай, давай, давай. Бля. Фу, не, ну он полегче стал. Бам! Есть! Не грызи наушники, ты чё, охамела? Да! Ещё, ещё жму, ещё жму! Уху! Охуенно, охуенно. Кися, ну перестань ты всё грызть, ты нормальная? Ферротаксис, теперь мой. Не грызи наушники. Он не даст мне выключить инсектиконов. Мегатрон, что ты наделал? Последний отказоустойчивый, чтобы выключить Ферротаксис. Тебе придется уничтожить его. Ты держишь судьбу Кибертрона в своих руках, Прайм. Ты прав, Мегатрон. И у меня есть мужество, чтобы принять правильное решение. Нет! Вау. Кися, это победа. Что ты наделал? Люди сами будут решать свою судьбу. Автоботы, мы жили на Земле в течение многих десятилетий. Но теперь я понимаю, что мы не смогли принять Землю как наш дом. Храня призрачную надежду, что мы вернемся на новый перекованный Кибертрон.
И может быть, когда-нибудь это произойдет. Но мы не можем продолжать жить между мирами. Начиная с этого дня, мы больше не пришельцы с Кибертрона, которые застряли в другом мире. Теперь мы являемся частью Земли. И теперь мы должны воспринимать Землю, как если бы мы были созданы здесь. И мы должны защитить наш дом. Неважно, какой ценой. Как твое восстановление, Оптимус? Буду жить, спасибо. К счастью, на Земле будет так же. Ты нашел способ усилить наши способности? Как я и говорил, но не без риска. Я думал о том, что я сказал. Пророчество на Праудстар. Это способ покончить с войной. Входящее сообщение, Дефенсон и Супериор. Служить и защищать, Оптимус. Это наша работа. Как и Дефенсор, мы здесь тоже для помощи. Мне не придется делать это в одиночку, чтобы окончательно избавить Землю от десептиконов, ценой, которую все мы должны. Я должен заплатить. Все? Ну бля! Охуенная игра! Охуенная игра. Вот, честно говоря, меня не сильно впечатлили трансформеры «Война за Кибертрон» и «Падение Кибертрона», но вот эта игра, Transformers Devastation, сильно впечатлила меня. Я люблю слэшеры, в принципе, и слэшер во вселенной трансформеров, это оказалось очень и очень недурно на самом деле. Поэтому я бы, наверное, ну, вообще не в моих правилах оценивать игру по какой-либо шкале, я типа заканчиваю обычно тем, что понравилась мне игра или нет. Эта игра мне понравилась. Однозначно советую вам ее поиграть, если вы еще не играли. И обязательно играйте на высокой сложности, потому что это весь интерес был у меня только потому, что это было сложно. И это охрененно. Но на этом прохождение Transformers Devastation заканчивается. Спасибо, ребят, что посмотрели этот ролик до конца, а может вы посмотрели все прохождение до конца. Обязательно напишите об этом в комментариях, мне будет очень приятно. Ну и как всегда, плейлист с трансформерами в описании под видео, там же остальные игры. Если ролик вам понравился, ставьте комментарии, пишите лайки, подписывайтесь обязательно на канал. И увидимся совсем скоро, как всегда, в новом видео и в новом прохождении. Пока! О, стопули, стопули, стойте. Что-то еще есть. Это намек на вторую часть, которую мы так и не увидели. Игра 15-го года, кстати. Ха. Тут же нету больше ничего, да? Седьмая глава. Специальные награды. Все главы завершены. Редкое оружие. Орудие сплава. Это орудие Мегатрона. Звездная сабля. И причем ранга Б, блядь. Какая хуета. Так. А Магнус появился. Типа, еще сложнее. Серьезно? Не, ну я прошел на командире. Сложность Магнус разблокирована. Новая миссия в режиме испытания. Ну, не, режим испытания... О, это было что-то другое. Режим испытания меня не сильно интересует. Зачем я вообще сюда зашел? Нет. Это просто перепрохождение тех же миссий. Не. Мне интересно, как они характеризуют сложность Магнус. Сыграть персонажами из оригинального сценария, выберите нет, чтобы выбрать персонажа, которым вы хотите сыграть. А как? А сложность не написана? А, вот. Это тут. Для высокоуровневых геймеров невероятно сложно. Это я прошел. Я теперь, сука, официально высокоуровневый геймер. Магнус, для игроков, которые думают, что освоили игру и хотят убедиться в обратном. Это, конечно,
Кисси что-то украла. Это, конечно, заманчиво, но нет, нет. Я прошел игру на самой высокой сложности, которая была предоставлена в начале игры для первого прохождения. И, в принципе, для меня этого достаточно. Поэтому, да, вот немножко затянулось прощание, но теперь точно все. Пока, ребятки, увидимся в новом видео и в новом прохождении совсем скоро. Пока. Coming from my mind.